На ЭКС Новости в студии Наталья Двойцина. Смотрите выпуски. Победы русского оружия. Сегодня в стране отмечают День воинской славы. На карантин. Третья школа закрыта на неделю. Статистика пожаров. За первый месяц нового года 29 возгораний, 6 погибших. Фирму на 6 часов, обесточившую 4 села под Севастополем, привлекут к административной ответственности. Инцидент произошел в понедельник в пригороде. Организация вела работы без разрешительных документов и повредила электрический кабель, уточняют в департаменте городского хозяйства. По поручению губернатора виновным придется выплатить максимально возможный штраф. Информацию озвучили сегодня на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧС. В случае повреждения кабеля организацией ООО «Байдар Рембут», в результате которого были обесточены с 10 до 16 сел Орлиное, Павловка, Тыловое, Родниковое. Аварии устранили, с утра акты составили, документы будут поданы в управление контроля, в полицию для реагирования. Сегодня будут привлечены максимально по вашей соответствии с вашими указаниями 300 тысяч рублей. Привлечь по максимуму. Контроль городского хозяйства и Севэнерго, документы в правоохранительные органы. С ущербом, который нанесен. Не только кабель, но и отсутствие света. Правительство Севастополя обратится в Министерство финансов Российской Федерации и к вице-премьеру страны с предложением увеличить резервный фонд города. Подготовить соответствующее письмо поручил сегодня губернатор Сергей Миняйло. В режиме ЧС средства резервного фонда расходуются на закупку топлива и комплектующих для генераторов, а также оборудование, необходимого для поддержания жизненно важных объектов. Сегодня из резервного фонда правительство выделило 39 миллионов рублей. Деньги пойдут на приобретение топлива, необходимого для бесперебойной работы всех установок до конца февраля. Третья школа уходит на недельный карантин. В этом учебном заведении превышен эпидпорог. Чтобы ребята, заболевшие гриппом и ОРВИ, не заразили своих одноклассников, приказом директора школы учащиеся не будут посещать учебные заведения до 9 февраля. Все остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме, сообщает руководство профильного департамента. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло призвал усилить профилактические меры. Профилактические мероприятия в этой школе и в других школах проводятся? Так точно. Ну вот возьмите на контроль проведение мероприятий профилактических. За Севастопольским госуниверситетом закреплен земельный участок под строительство технопарка. Речь идет о площади в 331 тысячу квадратных метров на улице Университетская. Соответствующее распоряжение утверждено сегодня исполнительной властью города. Напомним, ранее по поручению правительства России был определен перечень имущества федерального учебного заведения. По трехстороннему соглашению в дальнейшем, в зависимости от того, какая организация получит финансирование под проект технопарка, это может быть Министерство образования, госуниверситет или правительство, право пользования земельным участком может быть пересмотрено. В зависимости от того, какому из учреждений будут выделены деньги на строительство этого технопарка, то ли это автономное учреждение университет Севастопольский или правительство, в зависимости от этого, этим земельным участком будет определено право пользования. Но в настоящий момент закрепляется за университетом. Как раз вот в свете вчерашнего пленарного заседания, внеочередного сессии, на котором поднимался один из
из вопросов, что правительством не передавался имущественный комплекс университету. Вот как раз это в подтверждение того, что эти поручения правительства были исполнены в окончательном варианте. Вот прямо сегодня мы завершили его. Что вот получается, обвинения, высказанные в адрес правительства со стороны участников вчерашнего заседания, не имеют в основном своей никакой почвы. 2 февраля – День воинской славы России, день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 73 года назад советская армия одержала одну из важнейших побед Великой Отечественной войны. В память о подвигах солдат сегодня в Центральной городской библиотеке имени Толстого провели урок мужества. В нем приняли участие студенты Севастопольского индустриально-педагогического колледжа. Святослав Данилов продолжит. Первый этап Сталинградской битвы начался еще 17 июля 1942 года. В планах немецких солдат было пробиться к нефтяным районам Кавказа, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с этим районом. 19 ноября 1942 года советские солдаты дали противникам решительный отпор и перешли в контрнаступление. А уже 31 января 1943 года командующий немецких войск фельдмаршал Паулюс сдался в плен. Через три дня, 2 февраля, последние очаги сопротивления неприятеля были подавлены. Историки отмечают, сражение стало переломным моментом в ходе военных действий, после которых фашистские войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Эти и другие факты крупнейшей сухопутной битвы в истории человечества рассказали студентам Севастопольского индустриально-педагогического колледжа на уроке мужества. Ребята прослушали лекционный материал, где им также рассказали о легендарных личностях того времени. Мне очень понравился подвиг Михаила Паникахи. Он кинул, как бы вышел из окопа, собрался кинуть бутылку с горючим в танк, но эта бутылка разлетелась и попала в него. Он весь был в огне, и он не сдался, и кинул вторую бутылку, и все-таки танк взорвался. Это, наверное, ключевой момент в нашей истории. Вот. Можно процитировать слова снайпера Василия Зайцева: «За Волгой для нас земли нет». И это был момент тяжелых испытаний, когда фактически людям было нечего терять. Вот. Если бы не удалось выстоять и победить в этом сражении, то нашей страны бы не существовало и неизвестно, какой была бы судьба мира. По итогам лекционного материала для студентов провели небольшую викторину. Победители получили сладкие призы. Конечно, было видно, что и ребята тянули руки, поднимали руки, то есть наперебой хотели ответить на какой-то вопрос. Конечно, мне кажется, самое главное – это детям преподнести вот такой, в общем-то, сложный материал «Сталинградская битва». Интересно. Поэтому мы старались какие-то факты из истории выискивать интересные, чтобы их заинтересовать. Мне кажется, это получилось. По мнению Нины Белорусцевой, современная молодежь слабо знает историю, подвиги своих предков и тех, кому мы обязаны нашим мирным настоящим. Именно на устранение этих пробелов в знаниях и направлены подобные мероприятия, которые проводятся в Центральной городской библиотеке. Святослав Данилов, Карина Сыч, информационный канал Севастополя. И к другим новостям. В прошлом году в Севастополе было зафиксировано около 200 пожаров. Из них в жилом секторе 180. Погибло 23 человека, 13 из них были в состоянии алкогольного опьянения. За первый месяц 2016-го в городе произошло 29 пожаров, в которых погибли 6 человек. Статистику озвучили сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю. Спасатели встретились с представителями учреждений культуры города и рассказали о правилах пожарной безопасности и нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы этой сферы. Отныне подобные встречи сотрудники МЧС собираются проводить раз в месяц. Правительство Севастополя и правительство России в целом выразило огромную беспокоенность количеством пожаров, увеличение роста количества пожаров, в том числе и по Севастополю. Мы проводили мероприятия, в основном совместные совещания Управления гражданской защиты населения, Главного управления МЧС России по Севастополю и, значит, департаментами и представляющими социальный блок Севастополя. То есть это департамент образования, департамент культуры, департамент социальной защиты населения. Буквально в субботу был резонансный пожар в Балаклавском районе, где погибли дети. Это является таким уже фактором, то есть, который невозможно оставить без внимания. Хотелось бы, чтобы люди знали, выполняли
требования пожарной безопасности. Для каждого человека это необходимо. Вот. И как они должны выполнять, соблюдать эти требования, потому что от этого зависит жизнь не только ихних, но и жизнь близких. На строительном объекте по адресу Гусева, 12, сегодня побывали представители Севгостройнадзора. Ведомство поступила жалоба от местных жителей. Люди считают, здание по указанному адресу возводится с нарушением градостроительных норм. Попасть на саму территорию специалистам не удалось. Инспекторов не встретили и не обеспечили доступ в помещение. Однако, по их словам, о предстоящей проверке застройщику было известно. В его адрес направляли письмо. На данный момент мы проводим внеплановую проверку по обращению граждан. Что мы можем сказать на данный момент? Это то, что в управлении Севгостройнадзоре отсутствует информация по разрешительным документам на строительство и на ввод в эксплуатацию. Также по имеющейся информации в департаменте архитектуры также отсутствует информация на строительство и ввод в эксплуатацию объекта по адресу Гусева, 12. По словам специалистов Севгостройнадзора, законность возводимого объекта они все же проверят. Для получения доступа в здание обратятся в суд. Инспекторы рассказали, ранее владелец многоэтажного дома уже привлекался к ответственности за отсутствие разрешительных документов на строительство. И в этом выпуске все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи!